Всем-всем привет, ребята! Вы на канале Артем Мегамикс. И сегодня у нас новое видео, а именно «Богатые против бедных». Мы за кадром посчитались, и получилось так, что мы с Костей, вот с Александром Константином, да, мы представляем команду «Богатых». Олигархи, да? Да, приехали только что с яхты, бутсы одели и погнали в футбол играть. Костя, 3 месяца подъехали. Да, в коврове, но ладно, не важно. А команду бедных будет представлять Данил и Саша. Короче, у нас будет 3 челленджа. У каждого из игроков команды по 3 удара. У меня с Костей по 3 удара. Он 3, я 3. Всего 6. Да, всего 6. Бьем по 3 пенальти. А вратарем решает сама команда. Тут мы уже ничем не будем помогать. Будет по 3 штрафных удара со стенкой и по 3 выхода 1 на 1 с вратарем. Та команда, чья больше забивает, выигрывает, а проигравшая встает на рака. И команда победит, убьет по 1 удару. Типа наказание, чтобы реально игроки старались, чтобы не было халатности. Потому что наказание будет больное. И потом мы не сможем сидеть на 5-й точке. По сколько ударов? Погнали. Удары по 5-й точке, давай по 2 у каждого. Да, у каждого по 4 да. Удара по 5-й точке. По 5-й точке. Разминаем пулки. Погнали. Сейчас мы будем считаться на ЦУЕФА. Короче, ребят, сейчас мы будем определять, какая команда первая будет на воротах, какая будет бить. Я взял Костю. И Данил будет чикаться, давайте. Су-е-фа, су-е-фа. Что, вы первые или на воротах? Не, мы вторые. Что, идете, стоите? Мы стоим. А вторые стоят, ага. Мы первые бьем. А вот это, кстати, хороший ход, потому что не будут удары в запасе. Первый челлендж, в пенальте. Кто стоит в раму? Я. 9 метров. Видишь, я Костя на удары тащил. Надо что-то положить. Да, что? Я стану. На самом деле, я просто понимаю, что Данил, да, в лонгшотах со стенкой очень хорош. Потому что в игре Замкар он это доказывал. Вот этот человек 8. Такие ложит. Давайте первый мяч. Как отметить 9 метров хотя бы? Ну вот мяч, кажется, тут положить. Да, ставь мячик тогда. Да, крыша один. Ну ладно, без разницы. Костя. Ну давайте, богачи. Костя, давайте. Пожалуйста. Мы богатые, мы не должны проигрывать. Сейчас забью, смотри, гол. Конечно, сейчас в угол, да? Да, дал в угол, в девяточку. 1-0. Давайте олигархи. Олигархи. Сейчас будет второй, смотрите. Олигофрену, давайте. 2 из 2. Изи просто. Ставь лайк. По сколько ударов? По 3? Женя с перекопа стащил. А где? Скажи мне точка. А вот. Бумажка. Ну что, 3 из 3, братан? Ну 3 из 3 это будет хорошо. На, 3 из 3. 9 часов, да. Костя сделал очень хороший задел. Тём, давай тоже, как он. Теперь я, да. Саша, стой на ворота, да, у вас? Не ставь, тут другой. На центре пенальти я так себе бью. Ууу, 4 из 4. 4 из 4. Молодец. Прям очень хороший задел. Я не хочу сдавать позиции. Костя 3 из 3 забил. Это просто я. Хотя так. Куда прицел сдвинулся? Не могу быть уверен. Забью мали, чтобы у нас было хотя бы 5. Да, лучше. Молодец. 5 из 6. 5 из 6, погнали. Сейчас Костя стоит в раму. Кто с первым бьет? Саш, давай ты. Саш, ты первым бьешь 3 пенальти. Не-не-не, спасибо. Не-не-не, не ты. Давай. Не очень длинно. Ах, первый удар Данила. Ну просто развел по углам. Один есть. Как и меня. Красавчик. Скажи, братан, давай. Оп, да лучше, давай. Данил, промаж. Ап! Как он бьется? Он просто по углам щечкой. Ну, все правильно, так надо бить. А я бил посильнее Саньку, потому что он высокий. Еще. Ему в угол, конечно, стащит. Ему стащил. Костяк! Все! Они, как минимум, он должен 3 забивать, чтобы первый челлендж был ничья, и мы били дополнительные. Не, все, вот 3 удара было. Сейчас бьет Александр Меринов, и я надеюсь, что один промажет. А где? Блин. Ну, просто по центру. Костян, вот с ним наугад прыгал, он сильно бьет. Йо.
Вы сравнились, да? Нет, у нас 5. А, так он должен быть. Он последний сейчас бьет. Да. Все, да, ничья. По одному удару еще? По одному удару у каждого из игроков команды. Давай. Блин. Сильно. А так было по центру. Видел? Я стою, да. Если ты отбиваешь, я просто понимаю, то, что если он что-то отбивает, да, вся ответственность идет на меня. Я при условии, что Данил права. Сейчас посмотрим, богачи вы. Давай, Кость, носи. Богачи. Давай, и что дальше? Что дальше? Сейчас Данил бьет. Вся же команда бьет. А, вся команда. Да. Данил, пожалуйста, промажь, я просто давай, врежу давай, в машину. Давай, промахнешься. Мне страшно. Это... Артем решает. Все, хоть бы промазал. Лучше, лучше. Давай. А я же стою или? Да, все, да, ничья я будет, пойми, ничья. Нам надо учиться. Я не хочу пройти пенальти, это самый легкий челлендж по факту. Пенальти же каждый может добить. Ну... Артем, не каждый. Иди с на тебя. Волнение, это знаешь, как? Да, Артем, один... Эх ты, богач. Я так в землю ударил. 1-0, бедный. Профукал челлендж. Блин, а что сейчас? Что сейчас? Сейчас штрафные со стенкой. Ну что, первый челлендж мы проиграли по моей вине. Надеюсь, что в штрафных мы отыграемся. Мы уже отметили стенку в виде одного Данила. Я не встаю в стенку. Почему? Потому что я могу подыграть Кости. Просто вернуться от мяча. Три удара Кости. Давайте. Первый удар. Ой, блин, подцепился. Ну что, второй удар Кости. Погнали. Блин, как... Вот, блин, а вот сейчас, короче, он поспешил, да? И за экран просто в девятку закинул. А мы это не сняли. Ну давай третий удар. Аня, надо торопиться. Нет, нет. Тот не штат, тот не штат, он за кадром. Я бью. Ну, просто Данила. Стенка помогла. Просто ноль у Кости. И я понимаю, что штрафные это мне сложно давай бить. Артём, давай. Вот по центру. Я дурак. Хорошо. Тоже мимо. Почти. Давай, давай ты в стенку, я ворота. Капец, а. Ноль. Просто бублик. Подожди, сейчас ты... будут удары. Тоже забьет. Я уж сильно надеюсь. Костя, блин, поспешил, и девятку мы пропукали. Я в стенку, Костя в раму. Так. Опа. Я думал, пройдет. Почти. Я вот сейчас увернулся, я не хотел в лицо получить. Так, теперь ты бьешь, да? Да, сейчас постараюсь. Хоть один надо забить. Вратарь на месте, красавчик. Блин. Ах, красавчик. Попробуй закрутить ее. Забьет? Да. Блин. Ай, блин. Штангу. А как красиво залетел, а? Ну что? Ну, Костя тоже без кадра красиво залетел. Он из-под тебя нырнул резко. Да, замечу, он прям вот резко идет, да? На, я думаю, вышел. Он резко вниз. Мы по одному тебе каждого. Все, по одному давай, у каждого. Я на ворота. Надо забивать, надо забивать. Вальня. Ах, я думал, зайдет. Я прям вот очень сильно хочу. Давайте, ребят. Если забью, с вас лайк. Блин! Выше! Я хотел в угол вратаря ударить. Да хотел, не хотел, все. Хотел, не хотел, я вышел. Сейчас будет два удара от Саши и Данила. Я надеюсь, они опять мимо будут, они как в пенальти. Саш! О! Блин, он ближний по телу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, второй удар. Да! Да! Что да? Ничья же ведь. Не, давайте еще продолжим. Челлендж должен закончиться. Потому что нам очень важны очки. Ну, давайте. Кость, давай я беру, дай. Давай. Так, Тёма, ты бьёшь, давай. Ой, Артём, близко. Ну, закрутил. Я закрутил, не получилось.
Я даже не буду оправдываться. Так, теперь бьет Костя, давай. Забей его. Ай, подставки вынул. Мельнов, длиннорукий, блин, а. Вот и сказался его рост. Рука, а длиннее. Просто нам сейчас надо 100% отбиваться. Ну? Мы не закончим, пока не забьем. Иди стой в стенку. Высоко. Короче, это будет долго, да? Сейчас? Артём, обещай, я должен забить. Мир, последний. Ой! Встал! Это был классный удар, но он не залетел. Тёма, у меня как? Чуть инсульт не случился, а. Блин, как. Я думал, знаешь что? Знаете, это что, ребят? Это был бы самый такой угол. Это был бы мой самый красивый гол со штрафного. Давайте. Если был бы, если зашёл. Если бы был. Давай, Костян, закладывай. Да, я! Два удара. Я знаете, что думал? Он от крестовины, да? Отрикошетит в Сашу в спину, и он залетит. Капец. Давай, Саша. Ну? Уже не знаю, что происходит. Да блин, Нина. Опять! Костян промазал. Ну, Артём, сейчас давай. Я должен забить. Ну, это давай. Четвертая серия. Просто. Давай, блин, давай, давай. Да! Красавчик! Беда! Это... Вот так надо забивать. С 20 пытки я забил. Сейчас 1-1. Выхода 1-1 с вратарем. Мы должны победить. Встань. Ребят, все, последний челлендж. Выхода 1-1 с вратарем. По 3 выхода. Первый Саша против Кости. Погнали. Ну давай, Саня. Фух. Саша промазал. Хотя Костя он наводил, честно. Катнул бы правильно в угол, был бы угол. Так, Саша, второй выход. Давай. Хватит. Почила, реально. Давай, Саш. Третий выход. Только не это вставлять. Два, Костя. Молодец. Еще три. Иди. Один. Теперь три выхода от Данила. Давай, Данил, пошел. Пока 1-0. Легко. Корявый, но залетел. Корявый, но залетел. Ай, блин. Надо, чтобы он больше не сбил. Будет только два, мы выиграем. Не-не-не, Данил, такое не пройдет. Последний. Давай, Боже. И последний выход, Данил, давай. Надеюсь, промажешь. Сартуля. 3-0. Саша забил один выход, Данил 2. Сейчас надо забивать хотя бы 4 выхода, и мы победим. Ну Костян, давай, Тём, давай ты первый. Окей. Не, я интригу оставлю. А какую интригу? Просто. Один есть. Дал простака. Простой удар. Ой, ты же любишь. Нормально. Ну. Но не в этом челлендже, Данил. Круто, красавчик! Да. Ну, где? Давай еще один, и Тёма еще один, и мне надо будет просто один забить, и все. Ну, давай, Кость. Настоящий забивай, футболист. Ай-яй-яй, красавчик! Все, сейчас мне надо один хотя бы забить, и все. У меня три попытки забить. Давай, Артём, сколько мы забили? Че? Сколько мы забили? Три. Три. Давай, я Саш, встану. Ну, Тём, давай, покажи хоть что-нибудь. Давай! Ай-яй-яй-яй-яй. Так-то было? Нормально было, но если бы в ворота еще попал бы. Давай. Хороший ты пошел, я висит смог. Да. Забей пустака. Красавчик! Победа! Да! Победа!
Да! Баунс! Все, победа! Богатый победил. Вот видишь, думаю... вот, Артем, ты вот я вспоминаю, как ты 2 года назад, то есть играл в футбол, ты вообще не умел. А сейчас вот что-то можешь, молодец, я тобой горжусь, сынок. Ребят, пацаны, сюда. Красавчик. Мы победили. Но я думаю, что футбол деньги абсолютно не решает. Решает твое умение играть. Да. Так что, дорогие шмотки, это ничего такого. Так, зайди. Короче, пацаны все должны быть ровные. Да. А что это? Деньги не решают в футболе. Богатые победили, но еще остается наказание. Медный, идите назад и на задницу. Ну, это два удара, да? Очень сильно. Два метра. Что? Надо мочить. Раз, два. Кому-то сейчас будет не сладко. Давайте, парни, давайте. Что-то мне кажется, вам копить. 2 метра. Ну. О, булочки звенят, булочки звенят. Чего я придумал только что? Все правильно ты придумал. Нечестно. Но мы не обговаривали. Нормально. Стойте, пацаны. Я не буду считать, я прям бью на силу. Ты хоть попади по булочкам. Давай, Костян, я этим хочу еще тоже зарядить, смотри. Попади в Ну, и последний давай. Удар. За египетскую силу. За египетскую. За монолит. В штангу. Вот так меня далеко улетело. Ставь лайк. Ставьте, ребят. Подойди сюда, Кость. Ребят, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, видео понравилось. Сегодня эти две попки пострадали. Бедные проиграли. Но главное в футболе не деньги, а ваши скиллы игры. Так что учитесь играть, и все будет хорошо. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте любить лайк, нажать на кнопочку подписки, это очень важно. А также подписаться на мой основной канал, Артём Пучко. Также нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления обо всех-всех моих новых видео. Подпишитесь на все соцсети, все по ссылкам в описании. С вами был Артём, спасибо пацанам за съемку. Всем удачи, всем пока!